Новинка в нашем магазине – шампунь и кондиционер из профессиональной линейки Shiseido. Эта линия создана для окрашенных волос, содержит аргинин, гиалуроновую кислоту, сквален, делает волосы блестящими, яркими, гладкими. Ну, я, как обычно, повелась на внешний вид, очень привлекательный. Ну, и хорошо, что подошло мне, потому что я постоянно крашу волосы. Сначала я засмотрю... Так, это... давайте я покажу по отдельности. Это вот шампунь, вот так открывается. 250 миллилитров. Очень приятно, вот легко держать в руке. Пластиковая бутылочка, она очень красивая, изящная. Но хорошо, что из пластика не разобьется в ванной. Так, следующий это кондиционер. Вот так открывается тут. Ну, легко поставить, да, в ванну. Так, и самое главное, из-за чего я захотела взять эту линию, это вот такая маска для волос. Когда меня спрашивают, как я отбираю косметику для своего магазина, ну, большую роль, конечно, играет внешний вид сначала. Потом, это потом уже распробуешь, там бывает, что и неприметная баночка, но очень-очень хорошее качество. А вот эту маску я взяла именно из-за внешнего вида. Как многие наши покупательницы помнят и знают, у нас продается вот такая маска, это тоже Shiseido. Правда, она не для профессиональной линии, просто ну, для обычного покупателя. Мне тоже очень понравился внешний вид. Я очень долго ждала, когда она выйдет, но в итоге оказалась маска просто блеск. Так, ну и вот теперь вот такая масочка. Я еще сама не пробовала. Но в магазине можно купить уже с сегодняшнего дня. Попробую и расскажу вам, что это. Но я думаю, что маска хорошая, так же, как шампунь и кондиционер, потому что очень хорошие отзывы в интернете. Продается она уже довольно давно и завоевала популярность в Японии. И самое главное, что я вам не сказала, у нее просто обалденный запах. Запах розового сада. Я даже не знаю, как это передать. Я сейчас помыла голову, совершенно невероятные ощущения. Всем рекомендую. С вами была Наташа. Приходите в наш магазин Tsujimoto Market. Пока-пока.